Всем привет! Вы на канале Мама и Я. Ну и сегодня, да, мы играем в Каркрашер. Как вы уже могли заметить, у меня есть випка и у меня какой-то другой скин. Да, умные могли догадаться, что это новый океан. Да, мне его дал Слава, вот. Ну я на нем, вот Слава в этой игре прокачан. Вот вообще смотрел. Вот, до того, как снять, он в играх прокачан, там, он молодец. Он робуксы тратил, я знаю, там, немало. Ну, я ценю его труд. Ну, и давайте же посмотрим, что он закупил в этой игре. Вот реально, кто не знает. Ну, как вы видите, у него есть базука, которая уничтожает наши машины. И ломик. В принципе, ломик я знал, что есть. А вот базука. Вот это тут диванная часть. Вот это да. Базуку не знал. Но для начала я хочу попробовать. Ага, значит, он эта базука текстурки не стреляет. Но тут есть. У него, он может заспамиться и в четвертой локации. Вот у нас вот такая вот и есть. Я даже в группу зашел. И нам дают теперь еще другие тачки за группу. То есть не за випку, а за группу. То, что ты в группу ходишь. Вот. Это как раз за группу ту. За какую я и говорил. Ну давайте же сейчас пойдем в Рау-4. Мне реально интересно. Компрессор, кеншот, за блендер, еще вошинг машина с стиралком. Давайте за кеннон. Ну давайте. Я телепорт вычкал сделаю. И надеюсь есть. Да, есть. Давайте сначала по. То есть это что такое? Давайте. Так. Все, наверное. Ви. Вот как раз. Так, випка. Динч. Оу, мои вещи. Ее вообще можно жить там? Телепорт увечку. О май гад, мы на самое дальнее расстояние уехали. Вы смотрите, эта тачка до сих пор еще живет. О май гад. Все, может, эта тачка не хочет так ехать. Да получай, сами видите, базука. Что она сделала? Она просто разорвала ее на кусочки. А теперь будет маленький прикол. Сейчас я вам покажу его. Вам тут очку найти. Сейчас будет немного взрывоопасный. Ребят, уберите детей от экрана. Содержимое 10+. Так, где наши Долорин тут? Ладно, пора взрыв это показать. Честно говоря, мне даже это самому не хочется. Я тестировала это. 1203 года это создано. Тачка. Чё? Слава, что у тебя за скин? О, вот. Смотри, вообще это не хочу делать, но... Оооо, секунду. Постойте, не все пошло по плану. Сейчас я вам покажу. На самом деле, это было сейчас я просто, я знал. Ладно, не буду обманывать, я не думал, что это все так склашится. Но сейчас я умру. То есть, ну, славу, со Славой на аккаунте. Ну, вы сами поняли. Так, и в общем... Сейчас взорвет. Почему?
Когда я снимаю, у меня все идет не так, когда я не снимаю. Ладно. О, май гад! Это чё? Чё это с этой деталькой? О, что? Вот вилли? Это просто вилли. Да. Ладно, поехали сейчас, скоро. Пойдем. Как я заметил, у него токенов 0, но это ничего страшного. Давайте вот сейчас просто проведем опыт. Если мы не будем взрывать базуки и вот этот вот корпус. Вот реально интересно. Он взорвется от дробилки. Просто интересно. Физика сработает, ну, знаю. Ну, это не физика, да? Так. Все. Ну, хватит. Так. Давайте. Да. Постоянно. Путаю. Так. Вот. Вот. Теперь я заехал. Да что я делаю? Ладно, ребята, извините. Придется немного подождать. Я не очень тебе хорошо в этот раз рулю почему-то. Вот. Вот. Во! Наконец-то. Наконец-то. О, что? Вот о чем я и говорил. Чё это сейчас было? Чё это сейчас было? Вы сами видели. Вот о чем мне это. Ах, прям красотка. И чё, умер? Нет! Он, чувак, тебе не придет. Ломиком тебя сломать? И не. Надеюсь, ты не против. Ты я. На. Ладно. Давайте сейчас немножечко. Вот эту тачку сейчас заспавним. Мне она прям понравилась. Резвый очень. Вот смотрите. Она классная. Точил на пятерку, оценила. Она мне вообще нравится. Не ломается на вот этих ступенек. Ступеньками ее просто так не возьмешь. А вот такой преграды тоже. Это все уж трещина. Ладно, в реальной жизни это не трещины тебе. Трещины это... уже довольно-таки серьезно. Какаши, ну такое! Да это изи! Это всего лишь мелочь, это букашка. Да. И вот с такой высоты уже мы сломали фару. Такая красивая фара. Мне эта машина так нравилась. Ну, и теперь что я с ней делаю? Сам не знаю. Вот так. Мне кажется, ли я лишу сейчас еще одной фары. Так печально. Так, фух, не сломалось, это хорошо. Так. Потом продам запчасти, ладно. Манит работать надо, потом починю. Нет, фара нету. Нет, как же я без нее прожу? Ладно, у профессионалов должен быть жесткий характер. Ладно. Так, давайте. И смотрите, эта тачка все равно нормально. Но что, если мы вяжемся сейчас прямиком? Ага. Блин, с труба сейчас мотор отпадет. О май гад. Труба, это же от мотора штучка. Это же его друг.
Ну, я имею в виду сосед. Ну, они рядом, короче, устроены. О, майнер, что-то мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится это все. О, моя, что меня заточило? Так. Чё? Что? Вот эта тачечка. Вот это точило. А еще с нетруха, это за робуксы. А только в дерби аренах бесплатная нетруха. Так. Кстати, мы на дерби арену пойдем скоро. Сейчас, еще немножко. Сейчас я точно ее взорву. Смотрите, она до сих пор держится. И все. Да мне... это ерунда, я с этим справлюсь. И даже с этим? А, нет. С этим, ну, это отпало. Это не так уж и серьезно отпало. О, это отпало. Он дает. Так. Так. Так, разгоняемся. А теперь бежим большую, огроменную скоростембу. Так. Так, а теперь аккуратненько мы на большой, на высоте. О май гад, скоро будет минус точило. Что? Мои волосы пропали. Давайте... на максимальной постараемся разогнаться. Ну это ерунда, сейчас была еще. Так. Так, оу. Вот. Сейчас выехали, смотрите, это довольно-таки... хорошая новость, это у нас колесо застряло, сами увидели. Все. Не. Так, мы ни за что не заедем. А значит, как? 2+2, ребят. Пишите в комментариях ответ. Сколько будет 2+2? Напишите в комментариях. Я плохо знаю математику. Ладно, я знаю математику, хорошо. Просто ответьте. Я хочу... и не думайте, что я хочу вашу... короче, я хочу вас на математику проверить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А кто не напишет, значит, тому будут постоянно ставить двойки в школе. Так, окей. Так, за блен. Какой еще блендер? Это блендер? О, мамочки! Чё это такое? О, он, это реально блендер! Чё он оставил? Просто машине конец. Ладно, говорил, идемте на дерби арены. Так, поехали. Так, что выбираем? Мне кажется, вот так вот быстрее, да. Тут быстрее. Это 100%. Так. Так, давайте вот такую Мазду выберем. Да, я ее покрасил. Это все убираем. О, и сразу камни. Вот это находка. Сразу как... сразу... ценная находка. Это же вообще... мне кажется... эй, а что сразу на меня? На! Выкинул камень просто. Оу, я сам в него врезался. Минус точило почти. Вы сами видите, все. Тачка просто угорает.
И получу. Что? У меня взорвали? Ну, получайте. Я ему немножечко... Не, вообще, капельку, но я ему снес. Снес капельку. Капельку, ну, снес. Он еще чит подобрал. Так, значит, это дело, конечно, хорошее. Да. Так, просто... Вычкал, unlock it. У нас такая тачка бронированная открылась. Это вообще класс. Да ты щитиком... Ну, у тебя щитик сейчас закончится. Ты просто трус. Во! Я два кнопка сразу одним ударом. Одним ударом двух человек завалил. Так. Дробилка! Нет, дробилка это плохое дело. Дробилка это самая мощная штука в этом симуляторе. Дробилка это вообще самая плохая штука в мире. Так, ну для меня она супер-пупер, если я найду ее. Камень, конечно, вещь тоже мощная. Для джуггернаута, если... Туда, конечно. Но именно для большой машины камень не помешает. Например, в командах постоянно какие-то большие тачки попадают. Твой, я тебе в ловушку. Ладно, не заведу в ловушку. О, фух. Так. На. Так, что? Он непробиваемый какой-то? Ха. Так, на. Это круто. Это крутая. Крутая собачка. Крутой папа. Крутая собачка. Нет, крутая мама, что ли? Или ты чё? О, у нас время. Ребят, время. Давайте. Я просто всех сейчас уничтожу до единого. Щитик. Щитик. Давайте подберем, но это время займет. Вы сами знаете. Время у нас не бесконечное. Это плохо. Если бы было бесконечное, то это бы тоже было скучно. О, free for all, 7, 5, 4, 3, 2, 1, получай. Все. Ну, конечно, конечно. Сейчас я ломиком сломаю проход оттуда. Ладно. Бе. Давайте мы сейчас появимся. Так, зайдем, чем элиминитим. Ладно, джуггернаут. Джуггернаут жаль. Я хочу команды. Уеть просто. Ей. Это вообще крутяк. Давайте вот такую тачку выбираем. Хотя не. Такая тачка не подойдет. Как это элиминитим? Нужна прочная тачка. Это вот такая. Вот. Выброс. Я не понял. Было круто. Так, Lexus. Ха, Lexus. Lexus Camaro. Такой же. Аудюха? Не. Какого образа ты не победишь. Так, что у меня в команде? Так. О, мы этого разгромим. А это иди потом. Да, мы победим. Я вам говорю. Мы победим. У нас есть все шансы. Что? Чё, где его тачка? Фух. Оу.
Матч только начался, а искры летят уже во все стороны. Я не понял, я что, плохую тачку выбрал или что? У меня она уже разлетелась. Ну хватит толкаться, синие. Мы хотим победить или проиграть? Эта штучка, это уже другой разговор. Давайте. На! Кнокет просто! Замечательно. У меня не поворачивается тачка. Вся надежда, что они его завалят. На! Нет, за что? Что? Так, давайте-ка смотреть. Раз, два, раз, есть. Давайте за красным понаблюдаем. О нет, провал и промах. Ну, этого преимущества. Надеюсь, мы победим. Есть! Ура! 10 дерби винс. Так. Давайте. Давайте базуку запускать. В смысле нельзя? Почему нельзя? Я хочу базуку запустить. Так, ну, давай, ладно, поехали. Так, тут аэропорт. Аэропорт. От последней карты мы будем заканчивать. Вот, давайте, аэропортик. О, я хочу эту штучку собрать. Так, тут давайте теперь возьмем вот нашу крутую штучембу. Нашу вот это, кстати. Можем тут взять, но он очень быстро рассыпается. Мне это не нравится. Так, ого, сколько народу уже. Целый город. 4 машинки прям. Если мою не считать, было. Ну, ребят, я вам не завидую. О, эр, фу. Ух! Эр! Хорошо, что я успел респаунтил. Не только. Давай. Не со мной. Так. О, я на самолет прям запрыгнул. Пока я улетаю с этого города! Пока! Так. Давайте, давайте. Да. Вой! Эй, ты чё? Меня носишь? Миллионер? Щитик? Нет! Щитик уж вам я не дам. Так, вы чё все на меня? Чё вы все на меня? На! Он их использовал, щитик. Вот же плохой. Так. Эх. Да, скоро моей тачке будет конец. Это очень... Это самая плохая новость в мире. Хуже не найдешь. Ну, поздравляю, я умер. О, только... Респаун. Респаун. Так. Давайте. Щитик. Щитик не. Спускается вниз и защита. Нет, это глупо. Защита спускаться вниз. Это очень глупая идея. Ну, щитик я опять же таки не возьму. Ха, за мной спустился. Читик мне не нужен. Забирай сам дурацкий чит. О, как? Ребят, что-то мне подсказывает, что это нам не подойдет. Давайте выбирать какую-то бронированную. Вот эту, давайте-ка. Просто для интереса, как она будет сейчас рассыпаться. Так. О, у него бомбы! У него радиоактивные бомбы. О май гад.
Она будет всех взрывать, что ли? Или чё? Вот, смотрите, у нее реально радиоактивная бомба. Но мне кажется, она быстро рассыпется. Это серьезно. Так. Ну да, как видите, уже капота нету. Но капот это еще не страшно. Капот это не самое страшное. Что может быть? А я тут не пролезу! Ха. А я тут реально не пролезу. Это нормально? Чё тачка такая плохая? На, получай. Так. Вот это да. Тебе тут не спрятаться. А я тебя найду где угодно. Тут чё, вы чё меня атакуете? Да на вам. Получайте. Давайте. Дробилка. Ребят, это самая классная новость. Нет, нет, я дробить буду воду. Я буду воду дробить. Респаун. Да, ну буду дробить. Жаль, я просто проворонил эту дробилку. Взял. Ну, год соперникам не дал. Ну, дробилка просто так исчезла. Это жаль, конечно. На. Оу, щейк еще взял. На. Мне не нужна ваша. Так. Кнокот. Так. Что-то мне этот черненький не нравится. Он всех атакует подряд. Е. Давайте. Так, по чембу возьму. Пошек. Пошек, машина мечты. Вот, она такая быстрая. Сами знаете, скорее всего. И мощная. Ну, насчет мощности я не уверен. Теперь разгоняемся. Е-е-е. Мы просто всех дамажим. До единого. Так. Давайте, давайте, давайте. На. Вот. Так. О, дробилка! Как ее могли не заметить? Это же очень вкусное блюдо. Так. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Два. Ого! Ему вообще не повезло. О, еще вот что я нашел. Мешку. Короче, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, ставьте такими же крутыми и всеми, как я. Яс, 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 яс. Всем пока. Яс. Так, получай. Нет. Всем пока.